Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лекцер. Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Данное видео я выпускаю по просьбе своих слушателей, которые будут у меня слушать курс практики, обзор колод. Это колода оракульного типа. Я объясняю, почему записываю обзор. Потому что очень много, многим тяжело работать с классикой в плане обучения. Ну, не нравится, знаете, вот визуальный ряд, не идет информация. Многим нужны какие-то вот живые, красочные образы, тогда легче и понять смысл, и погрузиться в аркан, и открыть свою интуицию. Поэтому сегодня, дорогие мои, буду выполнять этот обзор по вашей просьбе. Итак, данная колода называется «Таро в стране чудес». Под редакцией Барбары Мур, автором является Барбара Мур, а непосредственно художником Евгений Смит, либо Юджин Смит. Еще так читается. Итак, что представляет из себя колода? Как вы видите, коробка на магните. Открывается, закрывается. Издательство Левелин. Коробка с картами, с книгой. Очень тяжелая, такая увесистая. То есть займет много места в вашем шкафу, там, да, либо где у вас хранятся данные вещи. Колода очень яркая, красочная. И в чем плюс, скажем так, левелинских колод? Вы сразу видите стоимость. Сейчас у меня настроится фокус. Я думаю, вам видно, что $29.99. Да, вот видно. То есть вот та цена, которая заявлена на сайте, она не меняется, так оно будет, колода будет продаваться. То есть только плюс доставка. Колоду я заказывала на сайте Levelin Worldwide. То есть вы непосредственно там можете заказать себе эти колоды. Ссылку на основной сайт я вам, безусловно, скину. Ну а теперь давайте же смотреть саму колоду. Они принципиально отличаются от других издательств по типу Los Carabeo, USA Games и других, скажем так, мировых гигантов, которые выпускают колоды. Итак, начинаем. Очень качественная коробка. Здесь стандартно вот шелковая лента, при помощи которой вы можете изъять книгу, да, и непосредственно сама колода карт. Сначала мы обратимся к литературе. Книга очень увесистая, здесь 360 страниц. Очень шикарная полиграфия, понимаете? Вот ее приятно брать в руки, ее просто даже элементарно приятно листать. Меня ребенок, когда увидел, мама, какая красочная. То есть, мама, почитай мне сказку. То есть, ребенку даже понравилось. Посмотрите. Непосредственно сама информация об авторах колоды, Барбаре Мур, и о художнике. И пошла сама колода. То есть, слова благодарности. Здесь идет содержание. Здесь идет сама, как бы, вот, что вложено в посыл, что колода здесь основана на творчестве Льюиса Кэрролла. Непосредственно структура колоды, старшие, младшие арканы, как работать с колодой, да, с чего начать. Здесь вы не увидите никакой классики, которые обычно даются, там, типичные расклады, как работать и так далее. Никаких раскладов здесь нет. Здесь вот методы прочтения карт, как читать. Даже если вы не знаете английского языка, поверьте, вам захочется эту книгу перевести в переводчики, либо, не знаю, там, читать самостоятельно, переводить каждое слово, вы английский свой подтянете, и та информация, которую вы получите из этого источника, для вас будет крайне полезной. Вот эта колода предназначена как раз для тех, кто не хочет работать с классикой. Вот поверьте, это для вас будет самое оно. Так. Ну вот здесь дальше ключи прочтения и идем непосредственно. Вот смотрите, старший аркан, смотрите, как красочно. Естественно, что и любому ребенку понравится, да. Описание аркана. Вот видите. Только вот здесь, сейчас вам покажу. После старшего аркана дурак ключевые слова. Но нет, они, видимо, то ли забыли, то ли не сочли нужным, не оставили страницу для записи. А вот после остальных арканов... Вот видите, можете внести свои какие-то там пометки на полях, как у вас эти карты проигрываются и так далее. И так абсолютно по каждой карте. Здесь что у нас вложено в описании, то есть что бралось за образ, о чем говорят, да, все символика и ключевые слова по каждому аркану. Ну, не знаю, вообще супер издание. Понимаете, читаешь и радуешься. Вот я бы очень, ну, не знаю, была бы счастлива, если бы у нас выпускали колоды с такой полиграфией, с таким качеством бумаги и с таким вот описанием. То есть никакой лишней воды, все четко, все по смыслу.
Супер. Вот, и до последней страницы, видите, заканчивается, завершается на старшем аркане мир. Вот такая вот книга. Очень замечательно. Ну, а теперь непосредственно приступаем к самой колоде. Сейчас я достану колоду. Вот, достаете вы с помощью шелкового шнура. Вот, кстати, да, видите, мордочка кота на дне коробки. Итак, издательство Leveling США. 78 карт. То есть здесь вы не найдете пустой карты. Если вам она необходима в работе, то, ну, там просто, скажем, в качестве совета можете за основу ее взять либо карту шут, либо карту жрица, если для вас это актуально. Размер карт стандартный, 7 на 12 сантиметров. Колода новая, 2018 года выпуска. Здесь она только на английском языке, нет мультиязычного, да, никакого перевода. Но я думаю, по картинке вам будет понятно, что из себя представляет карта. Рубашка, смотрите, единственное, что если вы работаете на прямых и перевернутых, вам будет понятно, в каком положении находится карта, да. Но тем не менее, даже в раскладе, когда вы выложили все карты рубашка вверх, вам это не бросается в глаза и не сбивает вас толку, не дает сбиться потоку важной информации, которая идет к вам. Ну и переходим непосредственно к арканам. Итак, шут. Вот здесь вот эта Алиса, которая, скажем так, не страшась ничего, рискует, карта безрассудства, глупости, риска, прыгает над оврагом, над этой вот ямой. Карта маг. Ну, здесь уже, грубо говоря, практически по классике изображены все четыре масти, хозяин положения, контроль над ситуацией. Жрица. Видите, вот ситуация, таинство, познать себя, увидеть свое отражение в зеркале, увидеть истинный смысл. Императрица. Вот, посмотрите, какая замечательная прорисовка. Это когда вот Алиса, ну, кто читал, кто знаком с творчеством Льюиса Кэрролла, тому будет понятно, о чем идет специфика каждого аркана. Даже если вы не читали, вот эта книжка, она вам даст подробную информацию. Вот император, символ контроля, власти, успеха. Вот иерофант, он же жрец, он же папа. Карта мудрости и опыта, спросить совета. Ну, можно сказать, карта духовного наставника, да? Вот ситуация выбора, аркан влюбленные. Я не буду останавливаться на каждом аркане с позиции описания и значения карт. Просто, я думаю, ну, вы прочтете, вы поймете. Буду вам показывать прорисовку, потому что многие из вас жаловались, что я слишком затягиваю свои видео. Так, вот карта силы. Найти опору, найти поддержку, избавиться от страхов. Найти верный путь. Отшельник. Вот видите, это как уехать. Уйти в никуда. То есть ваша такая задача уйти от всех, заниматься самоопознанием, собственным развитием, решением собственных вопросов. Колесо фортуны мне здесь очень нравится. Вот видите, особенно он четко, когда смотришь отношения, показывает ситуацию, когда женщина бегает за мужчиной. Пытается, вы знаете, как повернуть колесо фортуны в свою сторону. Поймать этого хитрого зайца. Правосудие, громогласное решение ситуации, вот видите, тоже решение каких-то юридических вопросов, либо связанных с бумагами. Повешенный, видите, время пить кофе, я бы так сказала, ситуация зависла, отдохните, пусть весь мир подождет. Смерть, свеча погасла. Умеренность. То есть делить напополам, делить ровно, соблюдать баланс. Дьявол, ситуация искушения. Башня. Видите, ситуация крушения здесь произошла. Звезда. Луна. Солнце. Старший аркан суд, мир, туз жезлов, двоечка жезлов, тройка жезлов, здесь очень символично. Карта, которая указывает на то, что у вас есть новые перспективы, новые возможности, но здесь заяц обращает внимание на часы.
То есть еще не время, либо вы ждите время, и пути откроются вам сами. Решится сама наболевшая проблема, о которой вы думаете. Четверка жезлов. Вот здесь, кстати, у меня на отношениях проигрывалось, как женщина живет отдельно от мужчины, то есть живет сама, проживает самостоятельно. Это, знаете, как формат гостевого брака. То есть она живет с котами, он не приезжает на выходные. Но вот четко здесь показывает эта колода. Вот, пятерка жезлов, карта борьбы. Шестерка жезлов. Победа при помощи вашего окружения. Семерка жезлов. Ну, то есть, видите, колода приближена к классике. Прорисовка отличается, но смысловая нагрузка та же. Поэтому тем, кто классику не любит, она будет очень удобна в работе. Так. Паж жезлов, саламандра, карта известий. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король. А вот здесь, знаете, такое вот позерство мужчин по огненной стихии. Показать себя во всей красе. Ну вот свойственно, да? Особенно ли вам. Вот здесь как раз четко проигрывается. Туз кубков. Двойка кубков. Троечка. А вот четверка кубков, да? Все потеряно. Но тем не менее, есть ситуация, есть новые возможности. Пятерка кубков. Когда пытаетесь что-то исправить, а не получается. Скажем так, не хватайтесь не за те возможности, есть другие, а тянетесь за тем, что до чего дотянуться не можете. Либо отношения, которые вам, в принципе, ну, не нужны, есть другие кандидаты, есть более перспективные связи, а вы тянетесь за тем, что не для вас. Шестерка кубков. Семерочка. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Карта самодовольной жизни. Десятка кубков. Карта семьи. Паж кубков. Кстати, здесь символично, видите, вот этот вот домик на плоту, плот на воде. То есть так ваше положение, ваши эмоции будут нестабильны. Все будет зависеть от вашего психоэмоционального состояния, куда вас унесет. Рыцарь кубков. Королева. Ну, согласитесь, какие красочные, да, какие замечательные арканы. Как радует прорисовка. Король кубков. Скажу честно, первая карта, которую я увидела в этой колоде, это был король кубков. Я ее очень сильно захотела. Не знаю почему, но мне так понравилась прорисовка. Это вот нестандартная подача, это вот игра цвета, игра красок. Я просто влюбилась в эту колоду. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка. Пятерка мечей. Шестерка. Семерка мечей, карта предательства. Восьмерка мечей. Девятка. Ну, видите, я думаю, вам по прорисовке все понятно, что классическая трактовка карт здесь идет. Паж мечей. Рыцарь. Это сейчас вернусь к рыцарю. Это, знаете, принц на белом коне, сам еще тот конь. Вот так еще можно трактовать. То есть еще тот товарищ. Королева мечей. Король мечей. Пентакли. Новые возможности. Новые старты. Двойка пентаклей. Троечка. Кстати, вот здесь по тройке пентаклей это работа с кем-либо в паре, когда вашими руками загребают жар.
То есть в этой связи, в этих отношениях вы не оттачиваете свое мастерство, а тянете не только свою работу, но и работу для окружающих. Поэтому задумайтесь, нужно ли вам такого партнерства. Четверка пентаклей. Пятерка. Можно сказать, изгнание из рая, да? Шестерка пентаклей. Взвесить все на чаше весов из серии. А не переплатил ли я? Достойно ли это от моих вложений? Семерка пентаклей. Восьмерка. Карта тяжелого труда, кропотливого оттачивания мастерства. Видите, сколько вариаций пентаклей он здесь нарисовал. И вот последующая. Девятка пентаклей. Десятка. А вот здесь, знаете, карта семьи, но в то же время вы в этой семье обособлены. Вам комфортно, уютно, но вы, тем не менее, как-то сами по себе. Здесь больше, знаете, как позиция материального комфорта, нежели семейной, такой счастливой, самодостаточной жизни. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. Видите, запасливая барышня, все у нее есть. Что не спроси, все есть. И король пентаклей. Ну, замечательная колода, не знаю, мне очень нравится. Безусловно, каждый для себя из вас сам решает, какая колода будет практична в работе, какая нет. Но могу сказать сразу, если вам не цепляет глаз, если вы чувствуете, что энергетика не ваша, не берите. Но я думаю, все равно найдутся те ценители, которые, для которых эта колода будет просто вау. Ну, меня она очень радует, знаете, вот как не насытилась я еще ею, вот на всех своих последних консультациях работаю только на ней. Дает очень точные, очень такие правдивые ответы, иногда даже ошеломляющие. Вот такая вот колода. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, понравился вам обзор или нет. Если понравился, то чем? Если нет, то тоже какие внести коррективы. Это важно для меня в первую очередь, чтобы преподносить вам качественную информацию, давать вам хороший контент. Ну а я искренне благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лехцер и до новых встреч.